Владимир Сапрыкин. «Звезды фонарей», читает автор. Загораются на небе звезды фонари, и они льют свет на землю с ночи до зари. Эти звезды фонари, как людские души, освещают жизни путь в море и на суше, чтобы знал и восхищался весь честной народ тем, что много в бренном мире светлых душ живет.